Ну, можно и посерьезнее. Нет, нету трансмога. К следующему рейду трансмог. Я Драгонеш, таким не отвалить. занимаюсь. Ну, слушай, у тебя ДПС, поэтому меньше. Кару тоже нет. Кубоб говорил уже, все нормально. Дрищ, где там дрищ? Беги, беги сюда, я тебя сейчас найду. Вот он, ты подходишь. Нет, у него так еще. Нет. Третья группа минус балл просто. Типа не есть или нету трансмога, а как стильно или не стильно выглядит? Потому что можно не без трансмога стильно, стильно нет, собраться. Нет, нет, ну на фейка еще более-менее так, ну, типа около стиля, но нет, как бы. А то есть ну, у меня урон выше будет тогда, да? Конечно, конечно. Конечно. Я считаю, наш паладин нормальный. Ты посмотри, смотри, я... У нас... Нейвер меня почти никогда не обгонял. А сейчас у вообще меня... ты меня похоронил. На у меня этом. У приста есть, у меня трансмог сойдет. Возьмете приставку? Да, только если очень сильный. Да. Оценивай буду я. Комиссия. Я, Рос, Донт, Кубоб. Ну, знаешь, на Мимироне Невер прям себя вообще показал. Ух! У меня где-то есть видос, я конкурс трансфогов делал, блядь. Невер, ты меня обидеть хочешь? Тебе мой трансфог не нравится? Серьезно, блядь? Слушай, а кто это сказал? Это Пуля говорит. Я тебе сказал, одобряю еще на прошлом пуле. А-а. Я третью группу смотрел, ты не в третьей группе. Невер 20-е место, да, дал? Понял. Где? Давайте сейчас смотрим, у нас есть фиксы, у нас куча шаманов, у нас есть я звездочка. Я умер на второй фазе. Луна. Треугольник. И... полностью. Ой, четвертой группы только двоих. Давайте, запомнили все свои метки, смотрим, сейчас их меняю. Печенька. Можно уже флудить дальше? Звездочка нет еще. Треугольник. Теперь. Точнее, луна. Треугольник пока без метки остался. Все, спрыгиваем вниз. Череп мы играем. Там сумон нужен. Корнесу и кто-то еще бежит. Скайсонг. Скайсонг. Давайте скажем. Ух ты, у нас вот это... Пока тут сейчас, молчание, сейчас, смотрите, Айна в первой поставили группе, а второе место игрок, перчатки поменяй, иначе вот ДПС теряешь, и грудь поменяй. Нет, грудь, ладно, нормально. Все, вот, а остальным как бы вот прям минус к баллу, просто. Охренел мышь. Ты не в четвертой пати, успокойся. Ты что, не там про это мягко говорил? Да, а это мягко, свой, там, блядь. Да, там некрасиво вообще. Ты гонишь, блядь, дворфы должны быть страшными, они не должны быть угрожающими. Чё там? Давайте, давайте, давайте. По меткам запомнили, контроллер остали. И пуляем, в череп мы играем. It's a control. Да. Я го... Луну законтрольте. Всё, черепок играем, потом звездочку добиваем. Давайте в звездочку свичнули. Выруби аспект. Это не я. Это я. О, шара. Вы пыльнули, потом... кстати, да? Крэш, да. Но я же не принял этот чек. Сумон? Да. А, ну сейчас. Трэш тогда добьем. Корнес, не переживай, за трэш Япония начисляют. Только ГП. Кстати, вот обидно вот за это. Подожди, а вы на ком? На Весексе трэш чистим, конечно. Я подумал, на Ториме. Мы убивали Торима уже. Мы скипнуть решили, мы больше не бьем Торима. Да, нахуй. Ой, у меня фриз что-то интересно. Так, давайте пока просмоним, а я дальше продолжу. Ямазаки, а ну выйди из формы. Так, нет, по следующему ОРТ делай себе трансмог. А то прячься. А вторая рука идет, как обычная шмотка. Корнес, что за машина? Нормальный трансмог за неделю не делается. Ничего не знаю, исправляйся к следующему рейду. Корнес, машина, только щит поменяй. Вообще лев. Нет, щит нормальный. Это самый четкий щит из всех. Что там? Он не в тему, он типа весь такой золотой. Да нормально. Нормально пойдет. Другого щита нету. Ну, Sky Sexy, конечно, но вот как бы вот я все-таки золотые латы к Волониру.
Ну, на цыгана похож. Ну да, Лангрис вот как бы стильно, но вот накидку поменяешь, как бы можно даже без трансмога, пока у тебя все... Ну, так, и... попал здесь не танчик, ребят. Ну, Гому. Гондеза, блин, цыганский барон. Сильван. Лови моба, короче. Так, идеальный. Сейчас добьем, разденешься из формы и покажешь мне себя. Нужно больше шкафов. Сейчас, может, я танкану моба? Там еще сзади 4 стоит. Ебать, не убивайте, пожалуйста. Контроль отдайте, кто его убьет, я ГП дам. Я кину ловушку, если он сейчас выйдет. Опа! Тайм. Сейчас я чекну ЕПГП, убейте меня кто-нибудь из тканевиков. Кстати, друидов можешь не осматривать на наличие трансмога, они оба в дефолт находят. Ну, кстати, да, но все равно, знаешь, как бы они иногда умирают, встают, и мы видим их некрасивыми. А, ебать. А да ладно, ты здесь в тот момент, когда они парят. Да. Ну, типа... А у тебя разве нет вот этого, когда посмотреть примерочный, у тебя нет такого? Ну, а нет, это ж... А, в натуре, стоп, получается, что да. Ну, ну, ну такое прям. Нет, ребятам нужно переодеваться, как бы, иначе я прям осуждаю. У нас 10 людей, которые вот стиль они дают в гильдию, как бы, осуждаю прям. Как будто твое осуждение когда-то что-то давало. Кто это говорит сейчас вообще? А ты по голосу не различаешь, что ли, такой? Ноунейм какой-то. Милишника, давайте, сейчас, стоп, рыбу кушаем, я тут вставлю. Что-то запутался, но, короче, смысл вы поняли. Арчек, все готовы, танчим, стоим в квадратике, танчим в черепке, на пол по КД отдаем, милики не окливаем, от слова вообще. СС отдать? СС нет, кто умрет, тот вознагражден будет. Такая себе награда. А если я так нормально ДПС даю, можно трансмог не делать? Нет. Дайте пристопал, пожалуйста. А, кстати, Лангрис, ты в ШПшку? Уже. Дриш, хорошо. Можно давать больше? Можно давать больше? Всегда, причем. При любом раскладе. Конечно. Я вас на листик выпишу всех. А, паладин, ну тоже смотри, с АУЕшкой, пары не распивай. Да-да-да, я уже понял. Все. А по готовности можешь пулять. Ждайте пристабав. А где пристабав? А ты чё фигу не дали до сих пор? Скай просто немножко умирал. Слышишь, ты вообще в огне умер. Чуть-чуть подводи. А, мы далеко стоим, ладно, еще присад. Хорошо, хорошо. Вышли. Лучше бегать направо, чем налево. Ну, это мобы, как бы, еще откинь. Угу. Еще как-нибудь откинь по кривому. Вышли. Крестик, игрок. Ай-яй-яй, ой, как долго. Да не возвращайся, что ты делаешь? Блядь, ну пиздец. Выходим. А, это КП, извините, пожалуйста. Можно чуть-чуть подвести? С метки не достает ружья. А давайте ближе подойдем, сейчас поставлю новую меточку. Все, нормально. Выходим. Давайте в крестик все перешли. Отходим направо. Never. Never, назад. Долго, я на ботинках. Агрос сними, сбросьте. Отворачивай, отводи и так же стоит. Выбежи. Быстрее.
Дальше еще отводи. В синюю метку. Нет, мы сейчас хорошо стоим. Все в синей метке стоим просто. Все в одной точке. Все нормально. Выбежали. Раньше времени не убегайте. Карнет. Карнет вот хорошо убежал. Так и надо. Это трансмог. Вышли? Выбежали. Стойте в одной точке, чего? У вас рейнджа не позволяет, что ли? Ози, все в квадрат, встаньте. Выбежали. Выбежали. Шаманизм. Шаманизм. Убежали. Выбежали. Да это мягко груз бросил. Айнан выбежал. Стоим там. Просто, выбежали. Дайте. Сейчас на пулы ждем. На пулы в моба дайте. Зашли, Геру дали вперед. Пьем. Далеко моб. Танк моба. А что? По один. Танк. Вышли. Почему у меня, блядь, тут ДК больше агро, чем у тебя? Моба, выбери в цель. Мирики не бейте, пока дайте им агро набрать. Моб не танкится. Он не таунтится, не бейте. Вышли, Карнес вышел назад. Постой, побегайте минутку, блядь, дайте он огромный бред. Отводи назад, не нужно. Попал, дал еще один. Выбежали. Вышли. Тебе немного не хватило. Выбежали. Если может друид поднять, так пусть поднимает. Эвид, притворись. Где твои напулы? Почему тебе 400 кадров? Пошли. Вышли. Все, и босса. Есть, когда это мягко, хорош. Вышли. Вы умрете. Лицо. О, тело упало. Руи тебя дают. Упала.
Ну, не мы AR-дружку одеваем, у нас есть новая AR-дружка, которая это... которому все нужно. Идеально, ему нужно осваивать нового хила, чтобы не все хилы были. Давай, сука, мы все вставим. Там же этого йога не нужно на проходку, только хранители? Да, 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 только хранители. Че, плюс ноль будем, да? Не, позови Торима, пожалуйста. Изука, ага. Хант, я тебя меняю тогда на Изуку. Изука там шмот нужен. А проходка не нужна тебе. Ну, же хоть попробуем один раз. Плюс ноль? Не-не-не, там это... Кимарой. Плюс ноль тупо мало надается дополнительно. Ну да, да, что вам не нравится? Смысл, смысл. Да, кстати, естественно, мы не будем его делать. Отец, чё? Хан, только ну далеко не уходи, скоро да. Мы сейчас закроем одного босса и башку начислим. Чуть Хадира не вызвал. Ужас. А мне в ДЦ или в ШП быть? Вам нужен пятый хил? Я думаю, что на йоге зачем? Вот мне тоже так кажется. Не, ну я у Кардаса с идеальным спрашиваю. Да не, наверное. Нет, нет, не нужен. О, отлично, тогда в ШПшке. А у Скайсонга почему не спрашиваешь? Ну, у Скайсонга вообще-то тоже, учитывая ХПС, типа, текущие слова нет. Рыбку поставьте кто-то. Да, рыбку сейчас поставлю. Прям под собой стоит. Бля, боже, как это хорошо выглядит. Я рыбу не вижу. Выбрасывай. Не, эффект и дичь, конечно. Так, сейчас также ставлю 4 меточки. У нас есть крестик, квадратик. Крестик, квадратик бегут в комнатах налево. Ромбик и печенька в комнатах бегут направо. У нас в крестике райс. Райс, фаук, шоло. В печеньке у нас пирекс. Я... Айнон... А, не, Войд. В печеньке... Ты печеньку. Донт Войд. В квадратике у нас Полюшка и Зука. В ромбике у нас идеальный... Там два хила или один нужен? Хрипаты на йога место просит. Можно один, можно два. А, хрипаты. Стоп, захнул, слышь, Дон, это куда? Это в порталы? Да, это в порталы. Я в порталах ни разу не был. Сейчас я поменяю телефон. О, Полюшка, как ты там не был? Я ни разу не был, ты меня ни разу не ставил. Ну ладно, хорошо, сейчас тоже не поставлю, значит. Так, кому отсюда ничего не нужно? Или кто по приору не утонет? Ну, я могу уступить, мне не особо нужно. Дрищ вряд ли что-то лутанет. Сейчас я перезайду в дискорд. Давай, давай тогда ты с хрипатым поменяешься. Я просто хочу, чтобы у меня куча логов было на этот... на фазу. Ты это кто, Дрищ или не Дрищ? А что да, за мост, товарищ? Ты это игрок. Палатин, ты не танчил, что ли? А что за босс, товарищи? А, йог. Мичка. А на йог нужен мили ДД, если двуручка никому не нужна, 32-я? А, нужна. Ну, я могу уступить, если надо кому-то что-то. Это кому? Ну, от тебя? Это кто? Мне двуручка, но опять-таки я не знаю по приоритету, кто там ее, она нужна кому-то? Я-то на дне в приоритете, у меня 9 всего. У кого у тебя? Я не понимаю по никому.
Это Дуат спрашивает. О, не-не-не, братан. Спасибо, ты нас в прошлый раз вайпнул. Игрок, пожалуйста, ТП-шку Хрипату на шкаф поставьте, присумоньте его. То же самое у нас идет Райс в крестике, я его назначил, Валк и Шова в крестик. В печеньку иду я, Войд и Хрипат, и тогда. Печенька у нас остается в квадратике, это Невер и Изу. Нет, давайте Айнен. Айнен. Невер, Айнен в ромбике у нас идеальный. Тебе там нужен второй хил? Ну, если все разумно будут бить, то нет. Хорошо. Значит, кексит. А ты идешь в крестик, Пиркс. Да, а, ромб, это... кексит. Я поменял ник. Угу. Сколько можно? Так, давайте рчик, крестик, квадратик идут налево, печенька, ромбик идут направо. Там сейчас 5 минут и босса убьем. Нет бафа еды, нет эликсиров. Дрищ всех это сдает. Бандит. Хрипатый. Что такое? Дайте баф по ДКшке. Так, еще один арчик. А Паладин, ты тут танчил? Нет. А я ему объяснил вроде, если что еще во время боя. Хорошо, на первой фазе просто в центре стоишь, из луж выходят мобы. Мы в лужи не заходим, ты мобов на себя танчишь. Они взрываются, наносят урон, в принципе, вот эту вот тетеньку, которая в центре стоит, убивают взрывами. На второй фазе мы оттуда выбегаем, появляется, вот, появляется из центра большой парень, Йок. Его, в принципе, ничего делать не надо, появляются щупальца. Щупальца на второй фазе нужно убивать. Есть три вида. Есть маленький, прям совсем, есть удушающий, это средний, и есть тяжелый, это большой. Тяжелый кастует баф на 20% снижения урона. Чтобы его сбить по всему рейду, тебе нужно подойти и дать ему тычку. Только будь аккуратен, потому что как только ты его ударишь, она тебя ударит тут же в ответ. И она ударит не только тебя, а конус сзади тебя. Если, если он агрозы берет на себя, оно его ударит. Если он в агро, если в агро РДДшник будет, который в рейнже стоит, он не шотнет никого. Хорошо, в любом случае, когда ты подходишь и бьешь, смотри, чтобы за тобой не было рейда. Вообще никого, чтобы не было. То есть если рейд стоит здесь, ну типа щупальца просто отошел, сбоку его ударил, чтобы она ударила, ну, за тебя. Чтобы там не было рейда. Все, так проходит на второй фазе, на третьей фазе появляются мобы. Мы стоим перед боссом, у босса на этот момент остается 30% здоровья, мы его бьем, от босса отворачиваемся, потому что у нас есть такая штука, как здравомыслие. Здравомыслие теряется и не восполняется. Когда у тебя будет 0, ты пойдешь в МК. Соответственно, на третьей фазе ты просто спиной к боссу стоишь и ловишь мобов. Мобов берешь на себя моментально, потому что он выходит большой, на нем есть стаки, стаки увеличивают урон. Как только у него снижается здоровье, у него уменьшается количество этих стаков, и, соответственно, его тычка становится меньше. Поэтому важно его, как только он вышел, сразу на себя забрать. В принципе, все, давайте арчек. Вот тут АФКш, не АФКш, да пойдем уж дальше. Сейчас все на месте пошли. За Орду. Сейчас Льван дочитает. Велики, в лужи не заходим. На ком крестик ставится метка, вышли от босса. Фу.
Кексит. Нормально. Кто у нас там Кексит? Ну, Кексит получает ЕПшку. Ой, ККшку. ЕПшку? Бля, можно тоже? Сейчас весь рейд прицеп прыгнул. Почему у нас опять две горит? Давайте больше урона. Что происходит? Отошли. Отложите. Каст, бейте. ДКшка, сбивай по фокусу. Иракс, репатри ты на таргете, который был ХПшный первый вышел. Берсу сейчас сниму. Затаунти. Сейчас. ДКшка любой затаунти. Да три раза уже садил лужу. Э, Кекс, встань просто туда внутрь, под Сару и все. Бля. Бля, что вы делаете? Тоже дар речи пропадает, да, в такие моменты? Точно, добиваем мобов. Отведи сейчас из центра. В сторону крестика просто увидим мобов. Войд, по шове, БР. Шоу подняли, ребафнули. Бейте удушающее. Мелики в разлагающее, РТД большое, тяжелое. Касты мелики, сбивайте ему по возможности. Вот, видишь, он вот эту штуку кастует. Тебе нужно подойти и дать ему тычку, только не со стороны рейда. Вот так вот. Все отлично, видишь, сбил и все. Все, отходи, не танкуй. Где РДРУГ? Еще раз. Не, он еще, еще. А удушающие все сразу. Иди от этого отрез. Дон, напомним, какой меткий РДРУГ? А, в ромбике. Спасибо. Крестик, не отбегай от меня, ты куда? Его каст быстрее сделали, а черепка отошли, а от лучей тоже отошли, они убьют. Разбежались. А, пакт, пакт, спекитесь. Бля, рейс, ну... Удушающие сыграли. А, по порталам готовимся, уже встали по ним. Вот череп. А вот... Был тот справа, то слева, то слева бежит. Удушающий. Тяжелые бейте. Я пока не могу прочитать. Готовимся выходить. Пошли. Выходим. Задохнитесь собственной пищите смертные. Задохните. Лучи смотрим. Черепка тоже отбегите. Шаманизм ДК. Пакт, нет, не по нет. Черепу, но... Блядь. А, страх. Поднять? Цель, кто это? Шипа это. А, у Ангриса, да. Крепатый, братишка. По порталам. Оу, а чё вы забрали мой портал, ребят? Большое за йогом. Удушаюсь. Дальше побеги. Там лучше просто.
8 секунд. Подходим ближе. Выходим. У вас ДК не вышел. Чё, аура, аура. Дух стая. Квадратик. Вместо Хрипатова идет шаманизм. Он где был? В ромбике вроде бы. И третий раз эта комната. Что все, бля, по порталам по-разному сходят? Удушающий. Назад уже беги. Давайте за этот переводим. Куча времени. Шо, все с тобой нормально? Чего, блять? Это не шо, я думал, это тебя хуёво. Разлагай, куда бейте еще. Выходим, все на выход. Там чуть-чуть осталось, 3%, 4%. Хрипа ты заруинил? Сбегите с фактом. Тушающие сыграли в крестики? По порталам. Нет, бегите, а череп отбегите, войт отбеги. Ты бежал. Нормально. Я в печень пойду. Блять, постоянно мой портал отнимает тут. Душай какой. Сзади. Хила нету в портале. Интересные новости. Ну, все с портала забрали. Мы все выжили. Кроме шаманизма. Ну да. Может. А есть стать? Не переводи. Если есть стать, вставай, выходи отсюда. 1%. Перевели. А, в крестик. Мы здесь. Спагающая сзади босс. Танк, лови мобов. Танк, мобов. Все, в тяжелые все РДД сыграли. Мелики, мобов. Бел дальше босса. Подведи ближе. Еще одного лови. Поймал. А поближе, стань на краешку воды примерно. Спиной к боссу просто иди и все. А на следующий. Все помогите сыграть мобов. Еще один моб появляется. Это РТД. Добьем мобов, потом босса играем. Мобов добьем, Геру даем. Стихи. Шоу, на тебя будет мастер следующий. Отвели. Есть мастер крас, если чего. А нет, все крас. Вернулись. Мастер. Отлично. Вернулись. Еще один моб. Это твой номер. Наверное, не оно, если это люди видят, либо получат. Да нет, они просто дохуя лутают. Ну, значит, КП получит. Ну, где слот у тебя или нет, привет всем? А, нет. Мы уже йога добиваем. А, бля. Все уже, последний босс? Угу. Ясно, понял. Мы быстренько пожарника прошли. Сальниц. Эрнест, твой мастер аур следующий будет. Поменяйте с аурами. А у него еще не КД разве? Нет. Судя по моему аддону. Анонс только дай.
Тогда давайте, мастер. Скажи. Мастер. Фейка убили. Есть кого мастер, я освобожу. А, танк есть, мастер. Нет, у меня только сакра. Значит так, это шоу, поменяйте просто. У меня еще КД-20 секунд. Я вижу. Там 9% у босса осталось. У нас куча локов. Еще одного вамба забери. Забрался она была. А я понимаю. Блять, фейку не убили. Что ли? Разлагающий нас кастует. Драгомеш. Шоу, ап, мастер. Справа Драгомеша убейте. Лема. Ауру у Корнеса, отдай ауру. Все, бейте босса. 100 000. Четыре здравомыслия. Да. Ноги кожаные. Кинжал, блядь. Ну неплохой кинжал, ну такой. Да сам ОП хочешь сходить на замес. И все, все уже, все готово, только людей добрать. На забив? Давай. Да. Так. Посмотрю, Райс, если что сниму. Ну готов. За ИП? Какой за ИП, так. Я за. Давайте мне присутствуйте, если что. На через соберите замену. Сразу отписывайте Донту, чтобы получить... Да-да-да, замену давайте. Потом уже собирайтесь. Бьерн, а можешь эвриван сделать? Дис. Ты ж не сильно... В смысле? Анонс? А что там по собранию? Рейс, взгляд безумца. Собрание... Бля, сейчас собрание. Сейчас. Бьерн собрание сделал на этот, на ПВП замес. Понял. Не-не-не. Ну, хитрый план. Пюрех, ты вообще должен, типа, сильно любить ПВП. Сейчас собрание будет. Так, кто у нас там по кожаным ногам? Кто? Exit. 0.82 приор, 39 ноги. ГЦ. Короче, фейка. Наверху, если ты стоишь, ты это никак не залутаешь, засейвиться. Но так как ты аркан, ты можешь давать стрелы, и если вот условно, видишь, где навер стоит, вот я прыгаю, ты кастаешь стрелы, раз отвернулась, и все, и на тебя ничего не идет. И повернулась обратно, когда заканчивается каст. И можешь запомнить цель Йоксарона, и он там показывает полоску этого каста. Типа, ну я на 20 здравомыслиях продержался всю третью фазу. У меня, когда третья фаза началась, вообще 60 здравомыслия было. Ну это по-разному. Наверху он рандомно кидает лучами, может вообще тебя в ноль спустить. Типа, ну это... Вот это типа не контрится никак. Ну да, да, да. У меня раньше было так. Вы закончили там, нет? Да. Да, это тут сейчас все лут, который ну, никому не нужен. Сейчас я подожду еще 2 минутки. А что ты это речь? Да, сейчас отдам, я видел. А собрание в этом канале будет, да? Да. Можно вопрос? Типа, вот по ГБшке, типа, меня яд застанил, это тоже, да, считается все равно? Яд застанил. Ну, типа, я бил босса, начал отворачиваться, мне тикнул яд, который станет, и я не смог отвернуться, и поэтому словил этот взгляд. А мне яд тикнул, который станет. А как тебе можешь яд тикнуть, если щуплет не было? Не было щуплет, а мне тоже тикнул яд.
Меня просто застанило, и я тупо не смог физически отвернуться. Что говорит еще раз? Это Драгираж. Это все равно считается? Все, хорошо, я тебя сниму. Донта, ты мне снимешь ГП? Меня убил моб, которого не агрит, когда он выходит. Там да, могли могло сало быть, мобов, в принципе, видео забирали. Сейчас ты умер, нет, моба. Я тебе DTS линканул, от чего ты умер. 5000. Нет, а моб тычку 30 косарей, как бы я убил. Да, потом ты ее пережил, а тебя забил взгляд безумца от йога. 30 косарей всего, мог бы там камень съесть. Не, ну как бы камень, но... Смотри, сколько да. там секунд у меня было среагировать. Да ну, если ты... Ты просто стоял неправильно на милишнике, и все. Ну, я понимаю, что там, типа, 0,9 секунд, а ты, типа, умер. Ну, вот, типа, ты... За секунду. Здесь. Да, я тебе оставляю ГП, но ты стоял неправильно, ты стоял лицом к боссу. Где я добил взгляд безумца. Ну, ты сейчас вообще, это бред, это ГПшка, да, это бред вообще. Вот это вот писятка, это бред. Меня убил моб, которого не сагрили. Какие ко мне вопросы? Я стоял... Тебя добил взгляд безумца, значит, стоял неправильно лицом. У меня было 40 санити, еще раз тебе говорю, чувак. Нет, взгляд безумца наносит урон по снижению. Я говорю с Рэлом, но просто... Тебя не в МК взял, а тебя добил взгляд безумца. Не, ну, с другой стороны... Блять, меня ударил моб на 30к. Тогда, с другой стороны, понимаешь? Тут не сагрил танк моба. Так что... У него могло быть сало. У тебя танк первый раз на этом боссе, он сам признался. Типа, ты даешь... Это я понимаю. Эй, без вопросов, просто, ну... Не, просто смотри, если мы выйдешь из ситуации, смотри. Так, это самое, стой, не это самое. Ты чего, ты конкретно чего сдох? От удара моба? Я сдох от удара моба. Или от взгляда безумца ты умер? Там... Подожди, не перебивай, пожалуйста. Ты от чего конкретно сдох? Взгляд безумца или удар моба? От пички моба. Я не увидел взгляд безумца. У меня не такая реакция. Информацию смерти или комиссии там, либо посмотрите. 30 тысяч урона сначала моб нанес, потом 8 тысяч взгляд безумца. Все это меньше, чем за секунду произошло. Все, вопрос снят. ГП остается. Так, по поводу собрания, ребята, сейчас мне нужно с вами решить, при выходе контента и магика Грула и тому подобное, Урдуар нам оставлять или нет? Да. Нет, да. Распятку. Да, ну смотри, если... Не, мне кажется, что Алгалон. Если фулл контент есть, типа, да, Алгалон нам оставить. Если планир еще один. Да, тут мы можем что сделать? Мы можем просто закрывать хэмки, такие типа там этих адиров, там всяких таких вот, ну, Торима там можно там, ну, не напрягая, чтобы мы просто один день выделили и все, и закрывать его в обычном режиме чисто для осколков на волонерху, там у нас по очереди идет. Да. А шансы осколков гораздо ниже в обычных режимах, чем в героических. Ну, по возможности будем убивать. Саш, мы сегодня, вот сейчас у нас хороший рейд, второй день собрался в этом КД, и мы сейчас с Мимироном закрыли кого? Со второго трая? Ну, с первого. Пожарника. Мы могли бы с первого, да, просто у нас танк не знает, какого танка. Сейчас я уже начинаю активно играть, и это самое. По поводу статиков десятки, кто кому, непонятно. Вот есть канал у вас, статик 10, там расписаны... Ники и кто ваш РЛ, то есть вот я конкретно за себя говорю, кто у меня в статике. Кто Альфи думала, например, дружка, и не знала, куда пойти, и пока я не написал в личку, что она у меня в статике состоит на вторник. Вот откройте, посмотрите, кто каким классом находится у меня в каких статиках. Вот. По поводу ботов, я сейчас поставил в бот, ну, по расписанию, там ничего сложного нету. Вы заходите, смотрите день, число и время, ну, там все указано будет. И ставите свой класс, если у вас получится, ставите класс, если не получится, ну ничего не пишите, не ставите ничего, ну как бы это для себя, ну то есть это более удобнее будет, чем каждый раз память every round и так далее, вы просто заходите на расписание, смотрите, расписание будет обновляться раз в неделю, то есть получается, просто когда. Так, и еще по поводу ЕПГП. ЕПГП у нас сбрасывается при выходе Ульдуара, ой, при выходе Магика Грула на 50%, кто не в курсе. Так что имейте в виду.
Так, у меня вроде бы все, что хотел сказать. Хорошо, Саш, Попов, хочу сделать ГПшку 75 за смерть, 50 за слаг. Кстати, еще, да, такие есть у меня предложения увеличить штрафы за слаки, потому что мы что-то реально мало даем, и немножко увеличить цены на шмотки по ГП. А количество ЕП, и каждый еженедельно сбрасывать не 10%, а 20% ГП. 20... Кстати, Бьерн, предложение разделить ГП за слаки на не критичный слаг, критичный слаг, повлекший смерть другого рейдера, и слаг, привязший к вайпу рейда. Не, ну, слаг за вайп, это... Это, да. Нет, там конкретно, слаг, ну, без разницы, сдох кто-то за тебя, не сдох, ну, твой слаг, косяк, да. Ты обычно и ГП получаешь. Я думаю, за вайп рейда, то получишь, ну, два раза. Не, ну, типа, за слаг, который привел к смерти другого, надо давать побольше, чем за обычный. Ну, не тут тоже можно тогда, ну, глушить что-то, не глушить, ну, ты, типа, хилу не прохилил. Хилу давать все время ГП, типа... Не, ну, это, типа, как, например, на Уане, типа... Два сбежались, третий где-то там и планит. Ну смотри, ладно, это из-за еще... Из-за него сдохли там, из-за него кто-то ну, сдох. По поводу критическая, не критическая ошибка, ну вот у нас 25 человек, у нас Невер умер, да, типа мы добили, ну не критично. А если, блядь, у нас типа хил умрет так же, это критично или не критично? То есть человек априори играющий... Не, я имею в виду критический слаг по тактике, это, например, как Синдра с ее глыбами. Ну, к примеру, вот, вот такого типа. Но это чревато вайпом рейда, так что я думаю, это двойное ГП просто и все. Ну, и, типа... Не, по-моему, проще. Типа, ты либо умер, либо ты вайпнул рейд. Да-да-да, вот, мне кажется... Все, типа, у тебя два варианта есть. Типа. Ну, и вот, ну, за подъем ГПшки. А что потому вот, что, вот ребята... Потому что ГП боятся. Обжалуют ребята ГП вот это прямо во время рейда обжалуются все, да, типа... Не, давайте это после рейда делать. Типа вот, ну, там делаешь какой-нибудь скрин details, а мне в ПМ пишешь, я буду с этим разбираться. Ну, или там, если Бьерн рейдит, то он будет этим разбираться. Ну, чтобы, типа, это... Вот сейчас у нас просто рейд закончился, и мы можем позволить. А если бы у нас следующий... Так, можно оспорить? Оспорить, конечно, можно. 0,7 секунд. 0,7 нет, секунд. Дело не в том, что ты стоял неправильно. Как я стоял неправильно? Если я стоял лицом к боссу, то как я ударил моба? Скажите мне. Если моб уходит за спины. Ты утонул взгляд. Взгляд спиной я не ударил. Я утонул удар, а потом умер от взгляда. Там лимон. Да. 0,7 секунд. Райс. Подожди, да я просто скажу. Смотри, ты утонул взгляд. Правда? Правда. Ты не должен был утать взгляд. Правда? Правда. Ты должен был сразу стоять спиной к боссу. У меня 40 санити, и я могу себе позволить лутать дело взгляд. Дело не в санити, дело в том, что ты не должен. Скажи, почему меня лутать? Убил моб, я лутаю 50, а чуваки потеряли санити, они лутают 50. В чем да. Разница? То, что потому что ты умер по своей вине, и он умер по своей вине. По какой вине? Не за танец? Блядь, ну ты издеваешься? Ты умер по своей вине, потому что ты словил тычку, пусть это даже был косяк танка, пусть это у танка было сайленс. Я не понимаю, ты видишь секунду? Я вижу, что у тебя секунды, ты не должен, блядь, был стоять лицом к боссу. Все, тут типа нечего обсуждать, ты стоял лицом к боссу, ты не должен был стоять лицом к боссу. Нахуй надо. Ну, это типа, это сейчас не запрет. Ты стоишь лицом к боссу на тактике. Как я ударил моба? Ты стоишь по тактике, блядь, стоишь спиной и бьешь трэш. Зачем ты мне разговариваешь тактику, если я тактику знаю от и до? Так нахуя ты лицом к боссу стоял и сейчас, блядь, разводишь, что тебе не нужно за это ГП давать? Да, тебе ебанул. Ну, ты не понимаешь, у меня ударил моб сначала, а потом взгляд. Ладно, чувак, ладно, ребята. Ладно, это... все, я перестаю об этом спорить, у тебя полтосик. Делай, что хочешь с этим. Просто секунду еще скажу. Вы, конечно, потом можете продолжить. А вот такой вопрос задам, что на повестке дня. Вот это очень круто, да, когда за... ну, вот ты умер, да, и тебе дают ГП. А нету такого правила, что типа дают ГП только если вайп рейда. То есть если вайп рейда, уже смотришь, кто умер, кто не умер, то от чего умер. А если одно тело, вот он упал, мы убили босса. Упали три там тела или два, мы убили босса. Зачем ГП? Все равно даю ГП, потому что те люди, которые падают, они все равно падают. Да, член на горбе должен райза тащить, если он сдох. У тебя люди упали на Мимироне и не полутали ГП.
Да, то есть видишь. На Мироне вот, согласен. Вот, да. Вот видишь. Согласен. Вот видишь. Не, ну ты либо предвзято ко всем относись, либо рассматривай. Да, тут есть палка о двух концах. Мы это... Я тоже человек, и если да, ты да, думаешь, да. Что ты среагируешь за 0,7 секунды, то ну у меня большой к тебе вопрос. Откуда ты человек ли? Танк будет босса тащить. Можно мне сказать вот секунду, Рейс? Ну вот ты говоришь, вот ты 0,7 пытаешься какую-то претензию предъявить. Ну, либо что? Просто вы даете ГП всем, либо просто, ну, это смешное ГП участвует. Ну, я не понимаю, почему ты там сопротивляешься или что. Тебе лень признать ошибку. Ты, тебе ну, я просто дали, физически... Да. Я... Че, ну, он признал ошибку, он сказал, что типа, да, он не давал. Рейс, ну, понимаешь, вот сейчас вот просто даже по позиции ты пытаешься всех переорать. Ты можешь спокойно... У меня еще вопрос по ГПшке. По спекам, у которых два ствола. Ну, я просто спросил, и говорят, что, ну, ничем не отличается фурик, рок от простого ханта. То есть ханту надо одна двуручка, а вару надо две двуручки. А, я и лутаю, нельзя на оффхэнд... Я лутаю огнестрельное по цене твоей двуручки. Посмотри. Ну, как. Ты можешь огнестрельное, ну, ты мейн оружие лутаешь за фул, а второе двуручное, которое тебе надо, лутаешь за 50%. Нет. Я за фул, я себе давал фул. Так во всех на гильдии. Вот посмотри правила. Я говорю, есть, они написаны предложение... правила. Причем здесь кто, нет. Блядь, во всех гильдиях что делать? У нас есть правила. Они написаны. Посох, меч, топор, двуручная, 250. Трини, и пухи, одноручки и арбалет. То есть я лутаю 450 кп за двуручку и за арбалет. Ты лутаешь 500 кп за две двуручки. Так, а потому у меня что... еще и арбалет есть. Да, я арбалет ты лутаешь как шмотку. Жив в курсе. Для тебя это стати. Статы. И... логика чуть-чуть. В этом всем такая, он что ты бьешь оружием. То оружие, которым ты бьешь, ты лутаешь за него фул ГП. Если ты носишь оружие как статы, это просто шмотка. То есть для тебя арбалет это обычная шмотка, для меня арбалет это не шмотка, это для меня оружие. Локи, маги, они носят мейнхенд, они пьют в нем 500 спд-шку лутают. Они это лутают как оружие. У них есть оффхенд, они его лутают как шмотку. Цены на оружие у всех разные. Но и то, как ты используешь это оружие, тоже разное. Так сколько поэтому ГПшки, и ГПшка. Сколько ГПшки вар лутает за два двуручных оружия? Вар за... 500 кп и за лук соточку. Так а в чем смысл? Я вот локи, например, вот меньше ниже, всего. А у меня три. Рейс, блядь, ты можешь не перебивать? Ну серьезно, но с тобой диалог веду. Так а логика где? Все почему кастеры лутают меньше. Кастеры лутают 2 сотки за пуху, потому что это просто одна ручка. Соточку за оффхенд и соточку за скипетр. Итого они лутают 4 сотки. За все свои оружие. А если что, я буду брать себе 2 одноручки, я получаю за каждую одноручку по 2 сотки, плюс за арбалет сотку по 2 сотки. Так я предложение... Нет, типа у нас выносился этот вопрос, тебе... и мы решали этот вопрос. Говорю, нет. Что... Ну, я лутаю за половину. И то же самое, тоже, если у тебя мейн лук, ты лутаешь фул и... двуручку ты лутаешь по 50%. Нет. Понимаешь? Не, я готов заплатить за это. Типа, ну, классная пуха, окей. Раз, потому еще что то самое. Все будет сделать с ШМ. Что за ШМ и ядарки, что мы собираем, ГП не дается, что ты паришься? До ШМа еще сколько в пухах находить. Да ладно, это самое. Этом, ребят, ну, вот от меня... Ну, что-то душите, пиздец. Ну, дайте я немножко подушу, но, типа, ребят, давайте вы чуть поспокойнее реагировать будете на все. Типа, я прекрасно понимаю, там, обидно за ГП и так далее. Я тоже, там, свои косяки вижу, я сразу про ГП пишу. Вот, ну, типа, ну, тут как бы, если откровенно, ну, типа, вот просто осознай, что тут была ошибка. Типа, да, она, типа, ну, там, отреагировать, не отреагировать, это понятно. Но по тактике там, ну, было неправильно. Ты из-за этого получил ГП. Тебе это объяснили. Но ты начинаешь прям перекрикивать всех. Тебе пытаются донести, попробуй услышать того, что тебе пытаются люди говорить. Что? Я не слышал просто, что ты говоришь. Понял. Да он лагает, господи, что вы пристали? Слышишь, а я уже, что говорит, как... Нет, Райс, как робот говорил. Алло, Андрюч, ты лагаешь. Всегда лажешь. Может быть.
Ну, типа, просто поспокойнее реагировать, мы, блядь, здесь не животные. Стойте, вы, герои, вообще разрушались. Что было на собрании, ну, расскажите. Нормально? Нет, рабовой. Здорово, молодой. Привет, расскажите, что было на собрании. Ну, чуть больше будем ГП давать за слаки. А я тебе снял только что его. Да. Ой, подожди, а если идеального снял, а с идеального ты как снял? А у меня это, что, больше ГП за слаки и все? Больше ГП за слаки, 50% среза. У Дуар теперь мы один раз в день будем ходить, в неделю. Чисто за осколочками там по этим самым. Что успеем, то успеем. По страну ГП. Вклады и химию, кстати, наверное, мы не будем, а может и будем что-нибудь такое. Знаешь, о чем я предложение по поводу... Да пускайте свою химию таскает пока. Знаешь, как у меня предложение по Эдуару? Типа, ну, правильно озвучили, что на хэмах больше вероятность падения осколка. Типа, месяц с выхода актуала, типа, вот 25-ок, ну, типа, люди полутают Т4, а только через месяц мы начинаем хэм, типа, добавлять вот этот один день. Ну, в счет повышения, как раз таки, шансов. Сейчас, зачем? Мы типа хэмпу будем закрывать за день. Мы и так, да. И еще это самое. Такое приложение можно еще вводить булдраны. Продажи этих самых. Да, можно. Как его? Проходки там, шмоток. Допустим, так это же нужно, типа, будет или обычки закрывать, или за один день не управишься, потому что, ну, голдран на вечер не поставишь. Нужно выходной типа ставить на день. Ну сколько, допустим, 5 человек повезти вагонами? Ну, в субботу, воскресенье. Будет, ну неделю. И ты уже, типа, Мимирона в ХМ не убьешь, нет? А нет, в ХМ, голдран обычный. Типа. Обычный голдран, блядь. Такие... Обычки и так убивают. Ну. Ну. Не, ну типа, кто там убивает обычки, ты чё? А кем водить голдраны, типа? Второй состав? Тринами. А, ну, кто раз уж. Не, Саня, обычки легко закрывают в пуге. Типа, да, ну, что ты говоришь, на Калагране, блядь, собираются, нахуй, я же какой, когда хожу, блядь, ну, Калагране. Ну, что я согласен, так, типа, в льде нечего в обычках покупать просто. Ладно, а кубов тут? Да. Погнали, соберем десяточку, вот, на этот, на неумирающего. У льды? Слушай, а, ой, ну, там с десятками, мы же, когда мы до этого дойдем, тогда и разберемся. Может, у льду? 10. У льду 10 на этот, на безум... этих, блядь, бессмертие. А ты давал, да, ЕП за КД? Да, за КДшку я дал. А, за твою КД. Кому? Ну, за рейд. Так, сегодня. Не, подожди, мы разобрались, что тебе я давал за замену в прошлый раз. Типа, вот так за замену и за принятие того КД, на котором ты сидел, за замену, это слишком жирно. Это кто? Не, я не был на замене. Дуат-то не было назад? Не, Войд. А, Войд, ты, подожди, а тебя не было разве что? Сейчас я посмотрю. Нет. По журналу. Я в больнице. А, так, Дуат, не парься, все нормально. Давайте потом этот посланник титанов еще как-нибудь сделаем. Шмот надо. А что там неутомимо 1200 ИП полутал? Кстати, неутомимо уходит или нет, кстати? А, он на работе у себя там уехал, но он вроде с ноутбуком, он с нами что-то там пытался. Нет, мимо я на ухо собрался. Вот, ну, не знаю. Он а сказал, что, это... Бьерн, что за обливиан? Это мы туда вступаем? Не, уже все уже. Бой они, блядь, побегали, что-то и разошлись. Думал, ты кинул нам дискорд, типа мы с ними сливаемся, к ним вступаем. Давно пора с нормальной какой-то гильдии слиться. Давайте в этот в Ульдуар 10 на неумирающего пойдем. Вот он 25-ку собирает, взлетайте финами там. Если с кем-то идти, блядь, сливаться, то только со спекюа, ребят, хорошо. Фу, нет. Они разве топовые? Я ну и... методы, нет? В том-то и прикол, да, что... Методы как бы уже...